привет, с вами портал gamers.tv.ru. Давайте произведем анбоксинг мультиплатформной игры LEGO Super Heroes от Marvel. Посмотрим, чем же эта игра комплектуется для Xbox One, есть ли какие-то промокоды, вообще как она выглядит. Сколько делать все одному. Рукой держать iPhone. Распаковывать коробку. И еще ни один диск правильно не лежал. Повернем его, чтобы было лучше видно. Так. Так он выглядит. Так, и что у нас здесь есть? Посмотрим, карточки есть. Отлично. Эта игра комплектуется инструкцией. Да, инструкции управления, как переключаться между персонажами, как целиться, какие можно собрать, соответственно, коллекционные вещи и прочее, прочее. Давайте быстро промотнем. Описываются персонажи, кто они и зачем они. Вот такая вот интересные книжки, никаких промокодов в комплекте не идет. Промокоды идут только в комплекте с играми от Microsoft. Если вы еще не читали обзор PlayStation 4 и Xbox One на портале gamers.tv.ru, обязательно приходите, к концу ноября появится сравнительный обзор обеих консолей. До встречи на gamers.tv.ru.